Так, ну что, бармен, нам не скажешь? Нужно работенка. Что ж, бандитов на свалке. Работенка, а что ж там у нас с ней? Ага, значит, смотри, грохнуть кудлу бандитскую на свалке сможешь? Удолго. Хоть и орут они о правопорядке, много все руки не доходят, правда? Эти бандюки и подонки редкие, уже всех достали, так что недолго им гулять. Только тот, кто успеет первым, срубит много деньжат. Ну и выписка с меня, это уж обязательно. Я берусь. Так, бандюков. Давайте, уничтожить на свалке. А? Уничтожим. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда. Пойдемте. Сталкер, защити мир от зоны. Вступи в дом. Так, кстати, мне нужно посмотреть, что за стволы. Ох, нифига себе. О, вот, да, типа это снайпы что-то такое. Так, Грай, а зачем у него там артефакты с собой? Может, надо артефакты скинуть. Проходи, не задерживайся. Окей, окей. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Эх, блин, день за днем одно и то же. Как меня угрожать? Тебе сюда нельзя. Мне сюда нельзя, туда нельзя. Куда мне поддаться, беда на таком? Ой, тупик какой-то. А, нет, все правильно. Так, у вас пока не буду брать задание. Зачистим свалку. Иди своей дорогой, сталкер. Окей. Иди своей дорогой, сталкер. Ты пропусти иди меня. Иди своей дорогой, сталкер. Вот ты запарил. Иди своей дорогой, сталкер. Во. Тут что ли, сеть включить? Так, вот задание тоже не буду брать. Еще на выход. Ну что, уничтожить бандитов на свалке. Послушайте, мужики. Че, пойдем на свалку? Шлёбнем бандюганов. Так, на свалку как попасть-то? Ближайший путь по дороге. Я там артефакт. Надо обойти просто. Так, еще собаки напали. Давайте помогу. Так, тут пацана положили. Вот еще. Оружие убрал. Брал. Еще одного вашего пацана положили. Берегись! Получи! Оружие убрал. Оружие убрал. Что стрелять? Оружие убрал. Оружие убрал. Какое оружие убрал? Война. Так, у нас есть вот ствол.
Где он там шастает-то? Вижу там артефакт. Сохранимся. Так, что... Чё ты меня пихаешь, мужик? Что тут можно взять? Так, я думаю... Ну, сейчас я выдам. Ствол поменять. Пистолет. А то это собака. Оружие убрал. Где ты, псина? Чуть совов-то. Я не подобрал их. Неаккуратненько с моей стороны. Так, вот там было. Артефакт. Ни хрена себе там. Ёптыть. По-моему, они сейчас могут валить. Так, давайте возьмем вот этот. Этот стволец. Стол менять. Чё, не сдох ещё? Кого там брать будете тепленького? Ков. Все, скопытился. Вон там еще видел, как ходит. Так, еще один остался. Теперь прямо тут лазит. Че ты? Дима! Хронир! Сдохни, мразь! Давай, аптека. Все, зачистили. Так, что ж бандитов на свалке вернут с наградой. Отлично. То, что доктор приписал. Бандитов порешали всех.
сейчас мы все соберем и вернемся за наградой. Ну, само собой. Так, пистолет. А где еще? А, чуть дальше. Вот. Так. Тебе я смотрел, милый человек. О, надо артефакт взять. Так, где-то он там еще шмальнул одного. Вот он. Что? Лагерь бандитов? Давайте посмотрим. Оп, влетел. Чего больше нету? Что-то мигает. Когда-нибудь проходит, нет? Блин, артефакт взял. Эти, походу, никак не смогу взять. Затянет. Распотрошит. Ладно. Место мы все равно пришли. А, теперь что нужно? Сдать квест. Это по-любому. Кстати, а тут вот еще пацаны валяются. Чужой. Я чужой, да я свой. Подсвечивались бы чуваки, которых еще не путал. Ага. Перевес. Кстати, тут какой-то схрон. О, чемодан. Так, положим. Так, ну что, на выход. Вот мы и снова в пришли в бар. Проходи, не задерживайся. Сдадим квест. Чёрт, не делай. Привет, бармен. И по поводу задания. Отлично. Так, что еще? Уничтожить группу бандитов на агропроме, достать глаз с плотью. Эх, чёрт. Так, что тебе можно продать? Держи. У нас куча стволов. Блин. На тебя пару этих. Парочку бухла. Эх, чё? Что у тебя есть? Абакан. Если б кто помог. Как меня угораздило. Так вот. Здорово, обещанный. Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Так, ничего, нормалек. Сюда. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои прорвемся. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться.
Так, аптечек немножко запахнем по собаке. Лапку сюда. Эх, чё. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть...